Для того, чтобы изучать язык программирования, в первую очередь нужно установить его среду разработки. Для Haskell такой средой разработки служит Haskell Platform — набор инструментов и библиотек, которые упрощают разработку на этом языке. В состав Haskell Platform входит целый ряд инструментов. Это компилятор Glasgow Haskell Compiler, интерпретатор Glasgow Haskell Compiler Interpreter, GHCI сокращенно, а также еще целый ряд инструментов, связанных с отладкой, профилированием и прочие инструменты. Исходный код на языке Haskell сохраняется в обычных текстовых файлах с расширением HS. Unicode допустим, однако в рамках нашего курса мы не будем им пользоваться, ограничиваясь набором символов ASCII. В состав Haskell Platform не входит редактор исходного кода. Вы можете пользоваться любым текстовым редактором, который предназначен для написания кода программ. Единственное пожелание, чтобы он поддерживал подсветку синтаксиса для языка Haskell. Следует также обратить еще одно внимание на, еще одно обстоятельство. Оно связано с тем, что в Haskell отступы содержательны. Поэтому если вы в вашем стиле программирования используете вперемешку пробелы и табуляции, знаете, что табуляция в Haskell трактуется как 8 пробелов, независимо от настроек вашего редактора. Желательно заменить в настройках вашего редактора замену символов табуляции на пробелы, для того, чтобы не получать неожиданных ошибок компиляции. Следующие несколько степов содержат полезные ссылки о языке Haskell, о его справочной системе, а также рекомендации по установке Haskell Platform.